Драгоценные наши королевы, богини, царицы, принцессы, принцессы, цветочки наши, солнышки и луны, от лица нашей семьи, а также от лица всех мужчин небесной цивилизации, всех сынов, братьев, я поздравляю вас с женским днем. И, конечно, мы знаем, что мы живем в день, называемый ныне. И пусть ты, как женщина, именно в этом женском ныне будешь очень-очень счастлива. Я хочу сказать, драгоценные женщины, что вы очень-очень необычные существа. Вот действительно, кто... Инопланетяне. Кто действительно богини и статусность, кому принадлежит божественное, это вам. Вот понимаете, Ева... В Эдемском саду. Не знаю, о чем она думала, но подкатил какой-то змей, заговорил о божественности, и она подумала, о, это мое. Знал, на что купить. Вот если бы Адам был рядом, и он сказал бы, нашел в себе эту мудрость и сказал, слушай, да мы и так боги. Ты моя богиня, зачем тебе слушать этого зеленого черта? Вообще все было идеально. Поэтому, чтобы никакие зеленые черти к вам не подкатывали, и мы говорим вам, и каждый день не устаем напоминать, вы богини, вы богини, вы богини, вы достойны жить в Эдеме, где все создано для благополучия. И я желаю, чтобы вы никогда, ни на миг не усомнились в этом, в своем божественном статусе. Драгоценные женщины, драгоценные цветы, драгоценные красавицы. И пусть 8 марта там называют каким-то коммунистическим днем, там Клара Цеткин and Company, субботники, выходы, манифестации и так далее. Для нас 8 марта, девочки мои любимые, пусть это будет, знаете, как причастие для сынов, просто как день напоминания о том, что ты женщина. Ты нежная, ты красивая, ты успешная, ты любимая, принятая, обцелованная, зацелованная. Вот только для этого мы акцентируем свое внимание на этом дне. А вообще все дни наши. Мы вас очень любим. Посмотрите, мы специально приехали вот сюда, на эту красоту, для того, чтобы поделиться этой радостью, этим морем вместе с вами, и чтобы вы предвкушали наш приезд, свой приезд в апреле месяце, в котором мы вас очень-очень сильно ждем, чтобы обняться, поцеловаться. Вы классные, мы вас очень любим. Вы и есть весна. Так что вот с этим весенним днем, с этим весенним женским днем мы вас поздравляем, обнимаем, благословляем, очень сильно любим. Вы самое лучшее, что вообще есть на этой земле, наши драгоценные женщины. С праздником вас! Thank you.